В эти дни мотоциклисты всего мира празднуют день рождения мотоцикла. 29 августа 1885 года Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах получили патент на двухколесный Рейнваген, который сегодня принято считать первым в мире мотоциклом. Однако в реальности ни Даймлер, ни Майбах даже не думали создавать мотоцикл. В тот период они придумали компактный двигатель внутреннего сгорания объемом 264 кубических сантиметра, который планировали установить на четырехколесную повозку. Ну а чтобы проверить действенность мотора, Даймлер предложил установить его на дешевой деревянной двухколесной конструкции, напоминающей самокат. На создание конструкции у них ушло 2,5 месяца, и только 18 ноября 1885 года сыну Готлиба Даймлера Паулю удалось совершить поездку на первом в мире транспортном средстве с мотором внутреннего сгорания. В течение 2 или 3 месяцев Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах работали с мотором и трансмиссией. В частности, ременный привод был заменен на двухскоростную трансмиссию. Но когда весь силовой агрегат получил достаточно высокий уровень надежности, Даймлер и Майбах стали работать над конструкцией четырехколесного транспортного средства. Ну а двухколесный Рейнваген был заброшен на долгие годы в сарай, который случайно спалили соседские мальчишки. Ну и казалось, что первое в мире транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания потеряно для человечества навсегда. Однако 3 года тому назад инженерам компании Mercedes удалось по чудом сохранившимся чертежам создать точную копию Рейнвагена, и теперь мы можем наглядно увидеть, какой гигантский путь прошло мировое автомобилестроение за минувшие 129 лет.